Народ, не знал, что вставить начало видео, решил сделать небольшое такое объяснение, про что будет видео. Бывает, снимаются рыбалки, на которых не ловится рыба. То есть, вот в выходные друг ездил на рыбалку, все снял, начало видео, чтобы было интересно, все рассказал. Но так как рыбы не было, никому такое видео не нужно, никто его не смотрит. Все любят тягание рыбы. Сегодняшнее видео будет про изготовление отцепов. Не все у меня получалось. То есть многие говорят, что вот сделано некрасиво, лучше купить. Как-то это. Понимаете, купить можно все. Не нужны, наверное, это видео. Я люблю делать все своими руками. Так же, как вот этот отцеп. Идея была у меня в голове. Я никогда его не делал. То есть это полная импровизация. Все это будет происходить у вас на глазах. Так что приятного вам просмотра. Видео длинное получилось. Я думаю, что может быть для кого-то оно будет полезное, ну или по крайней мере интересное. Народ, приветствую всех на нашем YouTube канале. Вроде за окном у нас зима, но все равно сегодня мы с вами будем делать отцеп для воблеров, в принципе, балансиров. Вот. Как я уже показывал, есть у меня вот такой вот отцеп. Весит он килограмм, им я отцепляю воблеры. Вот. Друг попросил сделать ему тоже отцеп. Из чего мы будем делать? Будем делать один отцеп маленький. Вот с такой алюминиевой трубки. Остаток у меня остался. Вот. И экспериментальный отцеп. Как бы толстая трубка стоит дорого. Есть у меня такой вот переходник, который будет у нас работать как несъемная опалубка. Вот. Что мы будем делать дальше? Смотрите. Может быть, кому-то пригодится. Итак, что мы с вами делаем? Для начала нам надо будет изготовить вот такой вот, как бы сказать, такую вот проушину для заведения туда лески или плетенки. Поставил его уже. Плавится. Свинец плавьте обязательно на открытом воздухе. Ни в коем случае не дома. На то все-таки он пара свинца ядовитый. Итак, берем проволоку. И начинаем делать нашу проушину. Замеряем расстояние. Итак, берем вот такой вот болт и начинаем все это дело закруглять. Так у нас все получилось.
Какой принцип этот проушен? То есть вот у нас плетеная леска. Заводится она в этот проушины с натяжением. Перекидывается вот сюда. Все, леска находится внутри. Также вытаскивается обратно. Так вот здесь надо немножко раздвинуть пошире, чтобы леска хорошо выходила. Я думаю, всем понятно, да? Засовывается вот так вот плетеная леска, перекидывается, все. А цепь находится на леске, которую вы зацепили. Сейчас нам необходимо все это дело поставить, скажем так, сюда. Для этого мы просверлим два отверстия. Итак, вот здесь этот хвостик надо будет чуть подлиннее оставить. Если будет плохо, то думаю, как бы вот так вот у нас все дело получилось. То есть заводите сюда плетеная лесочка. Оп. Все. Все это дело ездит. Надеюсь, труба у нас не сплавится, потому что видел видео на ютубе, что бумагу даже наливает свинец, то есть ставит бумагу в песок, наливают. Вот. Что дальше? Дальше нам нужно будет сделать вот такой вот веер из тросиков. Итак, так как эта крышка будет вставляться у нас сюда, надо в ней тоже нам просверлить дырочку. То есть для этого мы вытаскиваем. Вставляем крышку. Вот. 1-миллиметровый трос вот такой вот мы купили. Что мы делаем дальше? Итак, по центру пробки просверливаем отверстие. Берем наш трос и начинаем делать петли. Разные петли разного размера. Так, чтобы
закрепить с этой стороны наш тросик. Что мы делаем? Осталась у меня такая вот алюминиевая трубка. И продаются специальные зажимы для тросиков. То есть одеваем и заплющиваем. Также можно надеть гаечку. Кто застал те времена, когда ездили на мотоциклах, может быть, кто-то использовал. То есть тросик сцепления рвался, на край одевалась гаечка, заплющивалась и вставлялась в сцепление. Итак, одеваем мы нашу алюминиевую трубочку. Очень важно оставить здесь несколько петелек. Для чего вы сейчас поймете. И сплющиваем конец. Вот такой у нас получился веер. Наверное, все-таки маловат. Сейчас мы добавим несколько петель подлиннее. Добавим еще тросик. Берем нашу трубочку. Будьте аккуратнее, потому что тросик очень колючий. Можно все пальцы проколоть. Очень неприятно и больно будет потом. Также ее расплющиваем. Итак, вот такой у нас получился веер. Думаю, вполне неплохой. Итак, когда мы будем вставлять нашу скобу, надо постараться, чтобы наша скоба прошла через вот эти вот тросики. Итак, не знаю, будет видно или нет. То есть наша скоба прошла сквозь тросики. Это дело для чего? Чтобы они оттуда ни в каких условиях не выскочили. Вот. Задвигаем ее до нужного уровня. Ну все, теперь только осталось залить все это дело свинцом, чем мы с вами сейчас и займемся. Такой будет отцеп. Итак, чтобы удобнее было заливать, мы засовываем наши тросики вот, в любую щель, чтобы все это дело ровно стояло у нас. Еще раз смотрим, все ли у нас на месте, так как потом все это дело поправить будет уже невозможно. По идее, если нет свинца, можно туда какие-нибудь, я не знаю, гаечки накидать. Даже не обязательно его заливать, этот свинец, я так думаю, можно насыпать дробь. То есть много дроби туда насыпать. Но тогда с этой стороны нам нужно сделать будет еще одну крышку. Но мы будем заливать. У нас все это будет работать как несъемная палубка. Так, получилось не совсем то, что мы хотели, так как мы забыли закрыть нижнюю дырку отверстия, вот, а его надо было закрыть фольгой. Так, народ,
Из-за того, что у нас вот тут осталось отверстие, весь свинец у нас оттуда вытекает. Вот. Скажу вам, что делаю я это в первый раз. Полная импровизация. То есть... Все происходит на ваших глазах прямо сейчас. Не был я готов к такому повороту событий. Если бы знал бы, можно было бы заткнуть все это дело фольгой. Что я хочу сейчас? Хочу сюда намотать проволочку. Проволочка должна служить как прокладка. То есть... Свинец не должен вытекать. Так, вставляем заново наш отцеп. Итак, народ, ну вы все сами видели, все это дело у нас вот тут прогорело и вытекло. Что я решил делать дальше? Решил все-таки сделать второй отцеп. Вот. Так мы будем с вами закрывать вот этот вот отверстие, который по-любому все это дело вытечет. Надыбал я песок. Сейчас он немножко оттает. И вспомнил я, что на видео все это дело опускали в песок. То есть, когда я вам говорил, что бумагу заливали, бумага стояла в песке. Поэтому мы не останавливаемся. Пробуем через песок. Что у нас из этого получится, смотрите дальше. Берем такую майонезную банку. Проламываю вот так вот в середине дырку. Вот. Берем наши тросики. И просуем через эту дырку. Так, далее все это дело будем посыпать песком. Оказалось, найти песок зимой целая проблема. Ковырял его, наверное, полчаса. Надеюсь, вы это оцените. Поставите лайк. А еще лучше подписывайтесь на канал. Бредовых идей в моей голове еще много.
Еще раз повторяю, это полная импровизация, то, что вы видите, эксклюзив. Никогда я так не делал. То есть, если сейчас все получится и все будет работать, то хоть на поток ставь. Вот. Ну все. Как бы стоит все это дело в песке. Не должно никуда деться. Сейчас растопится наш свинец. Вот он уже растопился. Ну что, пробуем наливать. Хватило его как раз под трубку. Ну, как вы видите, нигде никто ничего не течет. Изначально надо было ставить все дело в песок. Ну, теперь будем знать. Сейчас все это дело застынет. И точно так же мы поставим в песок нашу как бы первую испытуемую модель. Думаю, эту проволочку уже можно снять. Ну что, продолжим. Через несколько минут. Для вас это будет секунда, для меня, сейчас пока накидаю новый свинец, растоплю, пройдет какое-то время. Достаем все это дело. Так, цемент у нас растапливается. Мы с вами подготавливаем неудавшийся наш отцеп. То, что тут наслетало. Можно, конечно, все это раскалить. И все этот свинец слетит. Но я решил его оставить. Единственное, только все острые углы мы как бы подкусывали. И молоточком их так, по той же схеме, что и тот отцеп. Просовываем мы все это дело через наш выломанный. Отверстие. Просунули. Вставляем. И плотно набиваем песочек. Особенно все это дело внизу должно быть набито очень плотно. Все это у нас не вытекло очередной раз. Если у вас есть возможность, конечно, найти вот такие трубки, оцинкованные или алюминиевые, то это лучший вариант. Ну и, я думаю, пластмассовая труба тоже вполне подойдет. Для этого нужно будет все это дело замуровать в песочек. Так. Этот цеп у нас готов. Все красиво, все хорошо. Вот
эти места мы сейчас обточим. Обточили все места. Далее нам нужно будет просверлить отверстие под веревку. Итак, лучше все это дело просверлить дрелью. Итак, просверлили мы наше отверстие. Для крепления веревки. Все это вот безобразие надо сточить. Сейчас мы пойдем на точильный станок. И там все это дело сточим. Итак, обточили мы все это дело. Сделали отверстие под веревку. Как бы отцеп готов. То есть, смотрите, в алюминиевой трубке у нас получается довольно-таки неплохой отцеп. Так, свинец наш расплавился. Сейчас мы его будем заливать. В этот раз, надеюсь, у нас что-то получится. Нужно либо засыпать полностью песком все это дело, либо все это дело не подойдет. Ну что, будем засыпать песком. Итак, то есть моя идея, думаю, сделать все это дело из трубки, наверное, провалилась. В принципе, если полностью засыпать все песком, я думаю, все получится. А так, сами видите, что получается из этого дела. Сейчас будем доставать. Итак, как думаю, что изначально идея провальная. Второй раз у нас уже ничего не получилось. Не знаю, есть ли смысл продолжать. Ну, как бы половина отцепа готова. Половина отцепа. Так, остатки нашего свинца растопились. Пробуем, заливаем их еще раз. Неужели получилось? Самое идеальное для отцепа у нас либо трубка из нержавейки, также подойдет алюминиевая трубка, любая металлическая трубка. Также есть у меня на канале видео, где я подробно рассказываю, как сделать эти отцепы. Они будут откручиваться, закручиваться. Ссылка будет под видео про отцепы. Вот. Просто нужно было сегодня сделать другой отцеп. Поэтому
решил снять видео. Сейчас мы все это дело взвесим. Давайте достанем наш горе-отцеп, вот этот, который не получается. Вот такой вот он некрасивый. Остудим и все дело. Вот такой он некрасивый, но все-таки получился. Осталось доработать несколько штрихов. Убираем все лишнее. Еще я вам скажу, самый ужасный отцеп, который я видел. Так не надо ставить дизлайк. То есть изначально, если все это дело было поставлено в песочек, в песок, и потом заливалось, то имело право на жизнь. Своих функций отцеп не потерял, то есть работать он так будет. Сверлим с вами отверстие для крепления веревки. Отцеп выглядит у нас ужасно. Но работать он должен. Давайте взвесим все наши отцепы. И берем самый первый отцеп. Не знаю, видно или нет на камеру. 1 кг 25 грамм. Удачный отцеп. Много воблеров им отдалбливали. Сейчас взвесим наш ужасный отцеп. Сколько он весит? 570 грамм. Я так думаю, если бы все это дело не расплавилось, грамм 600 он весил. И взвесим вот такой вот красивенький отцеп из алюминиевой трубки. Сорок грамм. Итак, вот так. Вот такие отцепы у нас получились. Как получился такой страшный отцеп, вы видели? Все-таки, я думаю, попробую еще раз я сделать. Также отцеп из алюминиевой трубочки, вот такой вот отличный отцеп. Что, ставим лайки, подписываемся на канал, будет много интересного, я думаю. Всем во всем удачи, во всех ваших начинаниях, всем пока. Так, народ, как говорится, по скриптам. Вот. Обмотал я изолентой все некрасивые места. Вот. Узнаете? Это наш страшненький отцеп из ПВХ трубы. Вот такой вот он стал. Функциональность он свою не потерял. Красота прилагается.